Всем привет, друзья! Вы на канале «Очень вкусная еда». И сегодня мы будем готовить плов. Вернее, будет готовить моя жена. Ее вариант приготовления плова я хочу сегодня предоставить вашему вниманию. Вот. Что нам надо? Самые простые рецепты. Немного свинины я использую. Морковка, лук, чеснок, соль, перец, зира, карри. И добавляет моя жена такую травку хмели-сунели. Она придает свой такой необычайный аромат этому блюду. Ну что, поехали! Ну что, друзья, попробуем плов. Что получилось? Очень горячий. Всегда получаю удовольствие от этого плова. Очень вкусно.
Обязательно надо мясо попробовать. Закусить салатиком. Ферганский салат из помидор. Я как-нибудь засниму, покажу вам рецепт. Очень вкусно. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал «Очень вкусная еда». Ведь помните, что мы готовим самые вкусные блюда. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока!